24 марта 1945 года, 1372 день войны. В ночь на 24 марта наши тяжелые бомбардировщики наносят удар по железнодорожному узлу Моравского острова в Чехословакии. На Данцигском направлении советские войска продолжают наступление. Противник за день предпринимает свыше 20 контратак. Южнее Данцига части Красной армии занимают ряд опорных пунктов. Юго-западнее Гдыни немцы выбиты из Витомина. Войска 1-го Украинского фронта очищают от фашистов город Нейсе. Войска 3-го Украинского фронта переходят в наступление в районе юго-западнее Будапешта. В начале марта противник сосредоточил в этом районе 11 отборных танковых дивизий, в том числе дивизии 6-й танковой армии СС, переброшенной с Западного фронта. Пехота после мощной артиллерийской подготовки атакует немцев и прорывает их сильно укрепленную оборону. До нашей победы оставалось 46 дней.